когда с людьми общаешься в кулуарах, такое ощущение, что тебя понимают с полуслова. То есть, ну, просто ты говоришь на одном языке, тебе не надо никого убеждать в очевидных для себя вещах. То есть это прям такой, не знаю, комьюнити единомышленников, что ли, которые варятся в одной теме и которым есть о чем пообщаться. Вот. И я не знаю, на многих конференциях пытаются делать HR-ные потоки. Вообще не только было. То есть то, что делаете вы, это на самом деле очень круто. Очень позитивная атмосфера, все люди улыбаются, все счастливы. Очень, есть очень грамотные спикеры, которых хотелось бы пригласить и к нам что-нибудь рассказать, и не только на митапы, а вообще, в принципе, в Европу можно хоть сейчас отправлять. Да, у меня есть какая-то мысль, но, собственно, с кем мне ее обсуждать-то? Только с теми, с кем я ее обсуждаю каждый день на своей работе и уже, в общем, знаю, что они мне скажут. Новизны никакой не будет в идее. Новизны идеи не будет, да. А тут, как бы, я это говорю совершенно незнакомым мне людям, и они мне вот в том же очень-очень быстром режиме выдают свою обратную связь. А третий поток называется он «Мастерские». Это не модерируемый, фактически практически никак нами не контролируемый. Люди заявляют темы, другие люди ставят плюсики. В докладе я рассказывала о том, как вообще можно использовать ботов практически во всех сферах HR, ну и также рассказывала о своих двух ботов, которые мы сами сделали в компании ScandiWeb и активно используем.